Уже сейчас в большинстве рязанских учебных заведений для предотвращения возможных экстренных ситуаций установлены системы видеонаблюдения, видеодомофоны, а также тревожные кнопки связи с полицией. На примере 72-й рязанской школы можно рассмотреть систему работы школьной охраны. Охранник имеет возможность связаться с тем, кто заходит, и спросить, с какой целью пришли посетители, и пропустить их, чтобы непосредственно посмотреть уже на входе. Ежеквартально во всех рязанских школах проходят учения по эвакуации. Также сейчас активно работают школьные психологи. По словам Елены Щепотиной, с ребятами регулярно проводятся специальные тренинги. Также исполняющий обязанности начальника управления образования Геннадий Лескин сообщил, что в Рязани работает антикризисная группа, в которую входят высококвалифицированные педагоги и психологи, и ребята могут к ним обратиться за необходимой помощью в любое время. Сейчас, по словам Геннадия Лескина, в планах у городских чиновников оборудовать школы металлоискателями.